39 поколений каждый год меняла. 30-е сегодня бережно возьмет, в радостную юность детство поведет. Когда сентябрь у школьного порога рассыплет нежных флоксов лепестки, начнется наша трудная дорога, как говорят, с нетронутой доски. И первый лучик в небе синем нам шлет сегодня свой привет. Над необъятную Россию встает торжественный рассвет. Вот гордо вскинул два крыла твой герб двуглавого орла, и звуки гимна величава плывут над вечной державой. Свободно реет в небе синем трехцветный флаг моей России. Дорогие ребята, поздравляю всех с началом учебного года. И поздравляю с замечательным школьным праздником, Днем Знаний. И всех нас поздравляю с еще одним нашим личным праздником. Сегодня день рождения нашей школы. Не просто день рождения. Сегодня наша школа юбиляр. Сегодня нашей школе 30 лет. Доверенное лицо кандидата в губернаторы Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича. Встреча со школой – это всегда встреча с огромным миром знаний и открытий. И каждый из нас, сколько бы ни прожил, где бы ни был, чем бы ни занимался, но каждый из нас всегда помнит свою школу, первый класс и первую учительницу. 1 сентября – трепетный праздник для детей и юношества. И в этот день я искренне поздравляю всех присутствующих с этим замечательным праздником. Уважаемые учителя и родители, дорогие ребята, я вас всех от себя лично и от главы города и района Сергеева Александра Ивановича, ну и от депутатского корпуса поздравляю всех с Днем Знаний, с праздником вас всех, дорогие мои, и с юбилеем школа. Ребята со всей школы, союз учителей, душевное богатство, сокровища ценней, спортивные турниры и творчество детей, и всех объединило под крышей своей. Спасибо вам, что вы позволяете продолжаться преемственности поколений в нашей школе. Пожелать всем успехов, удачи в учебе, преодолевать трудности возникающие. Хотя, я думаю, их не будет. Все такие замечательные ученики. Спасибо вам большое. Сегодня мы стоим перед вами, когда-то выпускники нашей любимой 5-й школы. И сегодня мы привели сюда своих детей, чтобы они стали лучше, умнее, добрее и терпимее. Мы передаем эстафету знаний нашим детям, и мы...
Идем мы к новым знаниям. Сегодня стали мы чуть-чуть взрослей. Здесь ценят всех за труд и за старания. Вот гордость наших всех учителей. Стали старшеклассниками, у нас ответственности больше в 10 раз. Для младших мы примером будем, помощниками для учителей. С надеждой, верой и любовью вперед глядим веселей. Вот уже не годы, а недели нам осталось вместе с вами быть. Как же мы, ребята, повзрослели, как же мы без школы будем жить? Для нас, выпускников, день первого звонка последний в нашей школьной жизни. Невольно просится слеза. Мы к родной школе так привыкли. Дать первый звонок в этом учебном году. В путь, ребята, в будущее, здравствуй! Знание мира открыт перед тобой. Этот мир чудесный и прекрасный, связан навсегда с твоей судьбой. Пусть откроются тебе дороги, и тропинки школьные пускай. Будут и удачи, и тревоги. Это мир открытий, ты дерзай.